Добрый день, дорогие друзья и зрители канала Арбат Хомс. Я рада приветствовать вас. Меня зовут Ольга, и я хочу сегодня познакомить вас с квартирой, пентхаусом, двухуровневыми апартаментами, планировкой 4+1 в нашем собственном первом строительном проекте, строительство которого, как вы можете уже видеть, завершено. Мы соединили знания рынка и потребности наших клиентов, многолетний опыт и умение выгодно инвестировать средства. Не сомневайтесь и вы. Предлагаем вашему вниманию собственный эксклюзивный проект Арбат Хомс – Арбат Оба Лайф. Жилой комплекс расположен в престижном районе Алании – Оба. Место под строительство было выбрано с большим вниманием. И что у нас самое главное в недвижимости? Расположение, расположение и еще раз расположение. В этом проекте же отлично местоположение сочетается с вниманием ко всем деталям. В районе Оба фактически переносится центр города. Ведется строительство новой мэрии. Здесь находятся самые крупные супермаркеты, такие как Метро и Кочташ, торговый центр Аланиум, новый большой госпиталь и глазная клиника. Комплекс будет несколько отдален от береговой линии, располагая ближе к горам Торос и утопая в апельсиновых садах. В этом районе есть все, что нужно для комфортного отдыха и постоянной жизни. Близость к новой объездной дороге такова, что из аэропорта Газипаша можно оказаться дома в течение 20-25 минут. Однако и она, основная объездная дорога, достаточно далека, чтобы не нарушать тишину вокруг дома. Вы будете просыпаться под пение птиц и вдыхать запах цветов. Три наиболее престижных частных колледжа находятся в непосредственной близости к проекту. Это ДОО-колледжи, Бахчишехир-колледжи и ТЭТ-колледжи. Недалеко также основные корпусы университета имени Аладдина Кейкубата. В строительстве и отделке участвовали самые современные материалы, которые никто из застройщиков Алании еще раньше не использовал. Например, мы выбрали самую качественную сантехнику от фирмы «Бланко». Стремление остановиться на самых последних достижениях и инновациях – одна из главных целей данного проекта. Архитектурный облик нашего проекта отличается от конкурентов, в том числе как и отделочные материалы. Инфраструктура комплекса включает большой плавательный бассейн, детский бассейн, игровую площадку на открытом воздухе, фитнес-зал, игровую комнату, бильярд, настольный теннис, индивидуальный общественный гараж с дистанционным пультом управления, генератор, красивый сад с ландшафтным дизайном. У каждой квартиры есть кладовка, расположенная в подвальном этаже. На продажу предлагаются квартиры планировки 2+1, 3+1 и 4+1. Сегодня же мы рассмотрим с вами пентхаус и имеющую планировку 4+1. Пойдемте. Мы с вами находимся на четвертом этаже в пентхаусе планировкой 4+1. Он имеет отдельную кухню и гостиную салон, 4 спальные комнаты и 3 ванные комнаты. Оснащен пентхаус системой «Умный дом». Общая площадь пентхауса составляет 175 квадратных метров. Стоимость данных апартаментов 209 тысяч евро. Подведем итог сегодняшнего обзора. Я вам показала двухуровневые апартаменты планировкой 4+1, общая площадь которых составляет 175 квадратных метров. Апартаменты находятся в европейском районе Оба. Их стоимость составляет 209 тысяч евро. С вами была Ольга и компания Арбат Хомс. Пока-пока!